Друзья, всем привет! Хотел бы более подробно рассказать вам про данные масляные фильтра, как подделывают и как не нарваться на контрафакт этот, да? Ну, то есть я уже пометил, где оригинал, где нет. Но помните, я вам говорил в одном из видео, что вот этот рисунок должен быть четкий. Здесь типа как он типа хуже сделан, да? Но нет, здесь просто переборщили, они сделали прям как-то, ну, сильно круто. То есть она такая же не очень глянцевая, как и эти все, да? То есть все вроде похоже. Шрифт другой совершенно, более жирный какой-то. Коробка меньше. Ну, это вы не определите, конечно, но все же. Но самое главное, по коробке как можно, даже не вскрывая, определить. Смотрите. Сделано в Германии, да? И здесь сделано в Германии. В Германии только вот так делают. Так только в Китае. Такого быть не может. Вроде как круто они сделали, но нет. Это прям паль. И то есть осторожнее, владельцы автомобилей Toyota. То есть это предназначен фильтр для вас в основном. Да. Так, в принципе, больше-то различий особых нету по упаковке где-то сверху, да? Чуть не порвал. Так вот. Вот так вот. Оригинал. Контрафакт. Далее. Оригинал. Контрафакт. То есть они даже на упаковке сэкономили, сделали вообще не так. Вот так вот оно должно выглядеть. Ну, в остальном цвет упаковки 1-1. Все то же самое. В общем, по упаковке закончили. Перейдем к масляным фильтрам. Дальше. Масляные фильтра, в общем, смотрите. Во-первых, длина, высота, в смысле, совершенно разная. Это оригинал. Это контрафакт. Смотрите, даже обод они прокрасили в черный, хотя должны вот таким цветом быть он всегда. Не про не, ну, окрашенный, но в серый такой цвет. Made in Germany. Made in Germany. То есть шрифт, ну, как понимаете, другой совершенно. Нанесение немного разное. Да как немного, полностью разное. Смотрите, как здесь манфильтр, как здесь в оригинале сделано. Далее. Здесь вроде-то все одинаково, да? Только что здесь меньше подклюк, здесь побольше будет. Но это не беда. Как всегда, нет закатки грани. И вот как она должна быть. Обязательно на немецких фильтрах. На USA могут не делать, на Китае могут не делать. Но в Германии 100% должно быть. Далее, погнали. Резинка. Вообще другая какая-то резинка, круглая, её даже противно пальцем проводить, она вся цепляется. И здесь мягенькая, талька проработанная, то есть она вон квадратной формы, да, можете увидеть. Далее, клапан белый, тут красный, дырки тоже разные какие-то вообще, сделали много. Даже вот аббревиатуру сделали, хотя ее не должно быть. Внутри, видите, как обойма сделана? Даже он клея сколько, смотрите, он раз, он два, три, он вообще прям, ну это жесть, четыре, то есть и так далее. Вот так не должно быть категорически. И вот так выглядит оригинал. Видно заклепки, не видно клея, ничего. И здесь есть тоже этот, ну сверху он клей. Ну, плохо видно его, но это обязательно сверху и снизу. Вон снизу тоже видать его, да? Ну никак здесь. Клапан нижний. Вообще совершенно другая разница. Так что будьте бдительны и аккуратны при выборе данного фильтра на Toyota. Всем спасибо, жду подписки.